Здравствуйте, с вами 17.40 и меня зовут Лебедева Ольга. Каждый ребенок рано или поздно покидает родительский дом, после чего возникает вопрос, где теперь жить? Мы посмотрели идею ярославских активистов и построили свой снежный хостел. Давайте узнаем, готовы ли жители Рыбинска поселиться в таком снежном доме. Ну, наверное, нет, он же снежный. Ну, если бы это было где-то в лесу, наверное, нужно было выживать каким-то образом, то, конечно, да. А если это в городе, то, конечно, нет. Но в качестве игровой формы, как бы, да, наверное. Не исключено. Это не по возрасту моему. Нет, наверное. Я думаю, там не очень удобно. Да, стало бы. Да. Нет, не стал. Если вас все еще интересует вопрос жилья, то подходящий сугроб для вашего хостела вы сможете найти в любом дворе вашего города.